Я надеюсь, это неправда. Я с изумлением узнал, что госпожа Пашинян, Анна Пашинян, это та женщина, то бишь, извините, жена господина Пашиняна, которая в разгар боевых действий ничего умнее не придумала, как быть на командном пункте армии обороны Карабаха и мешать руководству, значит, армии обороны Карабаха ведению боевых действий. Понятно, что теперь что там делал. Она приехала защищать семейный бизнес. Денежки-то взяли, и вдруг, несмотря на это, не так получится. Денежки-то они дадут хозяева. Хотя, я думаю, до этого уже им дали. Теперь я с изумлением знаю, что жена этого предателя, как и сама предательница, приехала в Москву, отмечает, я здесь все-таки неправда, хотя мне показали видео, отмечает новый старый год в ресторане Пушкин. Госпожа Пашинян, а чего вы не едете к Соросу в гости в Соединенные Штаты и там не отмечаете старый Новый год? Чего вы приехали в страну, которая оплевывала вас муж, который сделал все, чтобы испортить отношения между Россией и Арменией? И в этом вы ему способствовали. Потому что вы такой соросенок, как все его ближайшее окружение. И теперь вы приехали сюда. Если правда, что вы приехали еще и получать гражданство России, я понимаю, уровень цинизма вам не занимать. Вы, ваш муж, да и вы продали часть своего народа. Опозорили народ. Перечеркнули, можно сказать, его героическую историю. Что вы делаете здесь, в России? Я обращаюсь ко всем этническим армянам, гражданам Российской Федерации. Не подавайте руки ни этой твари, ни всем его близким. Речи не может быть о представлении гражданства. Масса русских, русскоязычных людей в ближнем зарубежье, на постсоветском пространстве не могут получить гражданство годами. А жена предателя, антироссийски настроенного деятеля, который временно хвостом виляет и в любой момент может снова побежать назад, что он и делает скрытно, не будем скрывать. Он гражданин России должен быть? Его семья граждане России? Да чего ж мы докатились? Масса людей, которые достойны быть гражданами России, давайте их принимать, а им не эту мразь. Я также обращаюсь к миграционным службам Российской Федерации. Ребят, ни в коем случае, это люди антироссийски настроены, это враги российского государства. Нельзя этого делать, если это, конечно, правда. Я позываю правда. Я вообще не понимаю, что он здесь делает, эта деятельница. Денежки идите, тратьте в Канаде, в Соединенных Штатах. Сорос вам мало дал, вам 3 копейки не дал Сорос. А вы сразу схватили за продажу Карабаха, вон сколько. Воры и предатели.